Как сообщается на официальном сайте президента, указом главы государства Марат Тажин освобожден от должности государственного секретаря Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу. Временное исполнение обязанностей госсекретаря возложено на руководителя администрации президента Карима Масимова. Также указом президента освобожден от должности чрезвычайный полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации Галым Оразбаков.